Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Есть истинная демократия. Ну, вы знаете, стремление ряда армянских официальных лиц, ну, можно сказать, докрутить сообщение Следственного комитета Армении о предотвращении попытки госпереворота в расчете отыскать там некий российский след, абсурдный, ну, буквально не выдерживает, правда, никакой критики. На мой взгляд, это просто специально запущенный фейк. Мы неоднократно подчеркивали, что в отличие от Запада, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Прискорбно, что некоторые круги в республике берут на вооружение заезженную тактику западников, которые, ну, видимо, уже вот десятилетие последнее точно, но и до этого прибегали к термину раскручивания русофобских настроений, поиска мнимой российской угрозы. Я, вот, понимаете, сегодня провела цифры. По зерновым 90% идет из России в Армению. Ну, вот это же то, что потребляется страной ежедневно, это то, что реально кормит и обеспечивает безопасность. И почему это не поставить на первое место нашего взаимодействия? Почему не поставить экономические показатели на первое место? А почему существующие проблемы не решать в взаимоуважительном ключе? Ответ простой. Логика подсказывает, что действительно так и надо было бы сделать. Существующие вопросы или проблемы решать за столом переговоров, а не отказываться от них. А если происходит иначе, значит, в другом суть. Не в поиске развязок, а в попытке снять с себя ответственность за допущенные ошибки и переложить на других. Армении, мне кажется, нужно опасаться ни УДКБ, ни России. Ну, я говорю, это само по себе абсурдно, если мы туда поставляем продовольствие, торгуем, развиваем эту торговлю. Остаемся ближайшим союзником по всем показателям. Нужно им опасаться Запада, их сателлитов, которые давно специализируются на инспирировании цветных революций. Ну, посмотрите, и всех призываю посмотреть на Грузию, что там Запад устроил. Западники с легкостью кидают тех, кого еще вчера называли друзьями и единомышленниками. Как только страна, государство начинает отстаивать национальные интересы, действовать в русле собственных целей и задач, тут же оказывается, что с Запада слезает эта овечья шкура, и там все видят эту волчью морду. Я не исключаю, что за этой топорно сляпанной псевдосенсацией стоят консультанты западных служб. Их задача просто не допустить улучшения фона двусторонних отношений, в том числе с учетом предстоящих российско-армянских контактов на высшем и высоком уровне. Вы посмотрите, количество сотрудников американского посольства в Ереване, по-моему, 2000 человек. 2000 человек, представляете? Очень многие работают на информационном направлении. А теперь посмотрите на информационный фон в Армении. Уже становится все более и более антироссийским. Но давайте все-таки увяжем одно с другим. Появление такого количества американских дипломатов в Армении, которые специализируются на информационной работе, повлекло ухудшение не просто фона, а появление, очевидно, антироссийских заказных материалов, проплаченных антироссийских средств массовой информации, распространение русофобских настроений, искусственно внедренных.